Просыпайтесь. Вставай, Мошка. Открывай глазки. Уже рассвет? Нет, поэтому не шумите. Мы ведь никого не хотим разбудить, правда? А что случилось? Тише. Мы будем играть в одну игру. Только вы должны вести себя очень-очень тихо. А что за игра? Называется «Секретный побег». Как играть? Это такое приключение. Как будто племя тебе напало на шлаги. Мы должны тихонечко выйти, чтобы нас никто не заметил. И встретиться с нашими соплеменниками у нагретых камней. Мы выйдем из лагеря? Как же мы еще сможем добраться до нагретых камней, мышеголовый? Но мы же еще никогда не уходили в лес. Мы еще маленькие. Я хочу есть. Ладно. Давайте сначала поедим, а потом начнем игру. Мошка, ты уже большой и сильный котенок. Ты будешь цел и невредим, обещаю. Давайте отдохнем немножко. Когда мы пойдем домой? Поспи немного, малыш. Это было хорошее приключение. Мы выиграли? Конечно, малыш, вы выиграли. Мошка? Мошка! Мошка, просыпайся, пожалуйста. Прошу тебя, милый, стало совсем немного, совсем чуть-чуть. Там на другом берегу реки тебя ждет тепло и покой. Твой отец позаботится о тебе, обещаю. Потерпи совсем чуть-чуть, умоляю тебя. Проснись. Синегривка, отпусти его, я о нем позабочусь. Нет, не забирай его, умоляю. Он уже ушел, ничего не поделаю. Нет, это неправда, Мошка не должен умереть. Так случилось, я позабочусь о нем в другом берегу. Синегривка? Это камушек, а это точка. Где третий? Умер. Вернись, Синегривка. Ты придешь за нами? Мама, куда ты уходишь? Мои детки, мои котята пропали.